Все меньше времени остается до главного и любимого всеми праздника. Что такое Новый год? Подарки, волшебное настроение, запах хаваи, мандарин и, конечно же, елка. Наряжать ее в этом году сотрудники МФЦ решили вместе с горожанами. Специалисты центра приглашают маленьких кандалакшан принять участие в конкурсе на лучшую елочную игрушку. Это поделка в форме елочной игрушки. Может быть, изготовлена из любых материалов на выбор участников конкурса. У нас предусмотрено две возрастные группы для ребят в возрасте от 3 до 7 лет и в возрасте от 8 до 13 лет. Конкурс продлится до 25 декабря. Свои поделки горожане могут приносить в многофункциональный центр на Горького, 18. Там же в последний день уходящего года состоится и церемония подведения итогов творческого состязания.